Вот я уже достала из коробочки. А вот у нас еще один черный. Всем привет! И сегодня у нас с Наоми будет распаковка посылочек. Вернее, вот она уже частично ее распаковала. Знаете, чем интересна эта посылочка? Тут разные прикольные вещи для бассейна. Наоми очень любит плавать, ну и плюс мы живем в Майами. Вот, и поэтому тут такие всякие интересные штучечки водные. Наоми пытается залезть в коробку, но пока что тут много вещей. Поэтому она не может этого сделать. Сейчас мы освободим, потому что ей вообще сейчас нравится куда-то залазить. Вот. Наоми, покажи, что там такое есть. Вот смотрите, видите? Давай, давай, ты обратно складываешь. Видите, как она уже умеет обратно складывать все? Это сейчас Наоми годик и месяц. И все, и хочется вот эту свою, смотрите, маленькую ноженьку вот туда вот так поставить. Уже он, волосики полностью всклочены, и она не может понять, почему она не может залезть. Давай, Наоми, подавай мне, дай. Дай маме, я буду показывать, что это такое. Давайте посмотрим, что это такое. Это такой вентилятор, чтобы когда ты сидишь и тебе жарко, и ты мог, вот, Beach Fun называется, в общем, на себя... ну, короче, включить его, и он будет поддувать. Что же у нас там еще такое? А, вот это вот такой вот рюкзачок. Для Наоми маленький. А что это такое? А это будет надувной ей мячик. Ты хочешь маме подать? Сейчас держи. Не плачь, держи. Вот, сейчас я его надую после того, как мы снимем. Так, а что дальше у нас? А вот это вот у нас такие хвостики для ныряния. Потому что мы будем скоро учить Наоми плавать и нырять. И она будет за ними нырять. Как вы думаете, во сколько нужно учить малыша плавать? Так, ну, это я прихватила свечки. Потому что они такие мне показались вообще интересные. Давай, еще там что-то, что это такое? Вот, это такие вот смешные очки. Ну, там для фотографий или для каких-то там детских видео. Вот. Что это такое? Потом еще вот такие вот красивые водные две игрушечки. Они еще светятся в ванной, светятся, когда я их включаю. То есть в них можно в ванной или в бассейне играть. Такие красивенькие. Так, что у нас тут еще? Это тоже свечечки я прихватила. Это не для бассейна, а просто они мне показались такими прикольными. А вот это вот такое вот надувной, типа как плей-домик, вот, с такими еще двумя штучками-надувашками. Вот мы его тоже надуем, и, наверное, Наоми будет нравиться туда залазить и играть. Но мы посмотрим. Так, Наоми решила тоже там рассматривать. Вот, сейчас посмотрим, что еще у нас тут такое есть. А еще у нас тут есть вот такие вот хвостики русалочки, чтобы нырять. Давай я сейчас соединю. Вот такие вот хвостики русалочки, чтобы нырять. Потом у нас есть вот такие вот игрушечки для ванной. Сейчас я их открою. И мы посмотрим. Смотри, какой красивый динозаврик. Доставай из сумочки. Давай, чтобы ты не упала на этом пакете. Вот, смотри, я тебе сейчас открою. Ты можешь доставать. Вот. Можешь доставать и показывать. Бери. Но это ты не рассматриваешь и не показываешь, а просто бросаешь. Вот они такие яркие и такие красивенькие. Просто слишком много всего сразу для Наоми. Вот, потом еще есть еще вот такой вот рюкзачок. Тоже маленький. А что еще? Есть что-то или нет? Смотрите, видите, Наоми их обратно складывает. Тена умеет теперь и доставать,
и складывать. Так, я сейчас встану и осмотрюсь, то уже не могу понять, что тут да как. А, вот еще есть вот такие вот прикольные, смотрите, медузка такая вот для ванны. Такая милая, по-моему, и вот такая вот. Но им продолжает играть с этой сумочкой. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас что-то тут. Так, тут у нас есть последнее, получается. Вот такой какой-то спонжик. Так, посмотрим сейчас, что Наоми собралась делать. В общем, там должна быть мочалка. Я подсадить? Ну, давай я тебя подсажу, подсажу. Смотрите, она просит меня подсадить. Так, потому что она сильно высокая сейчас. Вот, подсадила я Наоми. И что же ты там будешь делать? Спасибо. Беру. И это беру. На тебе. Вот так вот можно играться в коробке. У нас уже, видите, вечер. Горят огоньки. Сегодня Наоми еще должны мы забрать новые ей босоножки. Нам их пока не отдали на почте, потому что сейчас перед праздниками очень много посылок приходит, и они их еще не разобрали. Эти маленький человечек сидит и рассуждает. Да, мы тебе дадим как раз слово, и ты все расскажешь. Вот так вот выбросили, еще выбросили, и что дальше будем делать? Вот думает, нейрончики у нее там работают, думает, что ей делать. Подожди, сейчас тебе помогу, подожди. Я вынула Наоми, перевернула коробку, чтобы сама она в такую большую не может залазить. Сейчас мы идем с Наоми на прогулку. Да. Это малыш, видите, смотрите, вот такие вот у нее носочки. Обувь такая удобная. Видите, как она радуется. Кто там, папа? Где папа? Да папа сейчас будет идти. Да, вот там папа. Видите, она уже может показывать, где папа, где мама. Вот там папа идет. Мы пришли с улицы, и Наоми моет ручки. Пытаемся мыть Наоми ручки. Немножко, может быть, жадно. Сейчас там помоем. А еще мы вот забрали наши босоножки, вот такие вот, ух, смотрите, какие прикольные. Сейчас я их достану, и мы померяем. Вот у нас такие розовые и черные. Ну, я просто не знаю, какие будут смотреться, потому что ее размера только было вот этих двух цветов. Я бы не сказала, что я прям хотела такие, ну, прям малиновые вырви глаз или прям совсем черные, но было ее размера только вот таких два цвета, поэтому я заказала двое, посмотрю, какие будут лучше смотреться на ней и вообще подойдут или нет. И потом мы, ну, какие-то оставим, а какие-то, возможно, отправим обратно. Вот я уже достала из коробочки и показываю Наоми. Сейчас мы будем ей мерить на ножку. Она сейчас смотрит, рассматривает этот босоножек. И сейчас мы померяем вот на вот эту маленькую ножку. Так, вот мы одели на ножки, и Наоми пошла. Тут еще этикетка, вот в одну сейчас ножку сунем. Дальше и посмотрим. Наомочка, можно мамочка посмотрит, как у тебя там ножка стоит?
Еще тут, видите, их такие не убрали после того, как... Но они, конечно, ну, очень сильно яркие. Это Наоми заглядывает ко мне в камеру, что думает, я там такое снимаю. А как вам такие штучки? Такие босоножки-куги. Наоми решила посмотреть более подробно. Давай пока этикетку оставим, сходим, посмотрим. А вот у нас еще один черный. Сейчас вот я одену один такой, мы посмотрим. Садись, Наоми. Так, вот теперь у нас черный и розовый. Какой вам больше нравится? Наоми решила заодно чуть-чуть развлечься, а то сильно напряженно это все. Босоножки мерить. Наоми, покажи свои босоножки. Ты.